Что там идет запись? Это будет обучалка по смуз, по старой моей хореографии. Она у нас в коллективе называлась «Вам», будучи соединена с еще одной хореографией «Диктатию». Я с ней выступала на кастинге в телепроект «Танцуют все» в Киеве, поэтому я сейчас хочу снять на нее обучалку, а у меня сердце колотится, потому что очень много для меня значит эта хореография, и очень много волнения с ней связано, очень это было тогда какой-то очень адреналиновый выход. Вот. Собственно, к делу. Так, я надеюсь, что меня видно. Ну, будем считать, что меня видно. Так, хореография непростая технически. Я бы сказала, что, наверное, она не для начинающих, поэтому я не буду ее очень подробно разжевывать, просто покажу. Да, то есть если у вас достаточно уровня, чтобы ее станцевать, вы поймете меня и так, а если вы не понимаете меня и так, значит, вам пока еще, наверное, надо что-то попроще по себе поискать и немножко поучиться, потому что она такая, ну, не суперсложная, да, ну, то есть любая бальница, не знаю, уровня, там, Б-класса примерно ее легко возьмет, но вот если бальной базы у вас нет, вам, наверное, будет сложновато. Тем не менее, все равно попытаться можно. Все, поехали. С левой ноги мы начинаем. Ча-ча, раз, локстеп, дальше, два, три, да, то есть такие вот щелк, щелк, будут два щелчка. Ча-ча, раз, два, три, на три я кисти рук разбрасываю, три, четыре. Поворачиваю спиральки, собираю ноги, руки кладу вот так вот на голову, четыре. Дальше оп и оп, два круга вот сюда и вот сюда придут руки, оп, оп. Дальше ножка отстреливает, сброс вниз вместе с рукой и встаем. Предполагается, что там есть либо волосы, либо хвост, который отработает вниз-вверх, да? Это будет I would give. Дальше я правой ногой выбиваю левый рот. My world. Вот здесь вот становлюсь в такое вот немножко пинап, такое положение. World. Правое колено у меня и здесь такая вот лапа. Дальше на правую ногу, соответственно, меня чуть-чуть сюда заносит. Я использую эту инерцию для того, чтобы сделать вот такое шоссе. Да? То есть я делаю шаг, затем делаю шаг в сторону к зеркалу. И дальше выхожу тоже через приставку, через рунд правой ногой. Руки сделаю сюда и сюда. Да? То есть пам-пам. Отсюда вжух. To live, to hold. Дальше крис-кросс. I could change. Довольно четко тут пойдут обычные совершенно руки, да? I could change. Дальше, как от двери отталкиваюсь. My life. Да, то есть я делаю шаг и затем отталкиваюсь от этой ноги и довольно резко перевожу плечи. My life. Обещал ничего не объяснять, все равно объясняю. To better. Я опять здесь в ширину не помещаюсь. Хореография масштабная, нам много нужно места на нее. Поэтому рассчитывайте это в своих репетициях. Та-та. Да, то есть я делаю шаг. Левая нога, правая отстреливает. И руки из больших вот таких вот приходят в очень аккуратные маленькие лапки. Оп-та-да. Препарасьон. Но здесь предполагается, что здесь два поворота. Босыми ногами два поворота, конечно, не сделаю. Ух, один тоже хорошо, да? Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Пум. Да, ну если накрутите три или четыре. Нет, там на самом деле даже три уже по музыке не влезет, а два нормально влезает. То есть to better, soothe your mood. И из поворота я выхожу вот таким выстреливающим бедром вправо. Вух. Руки тоже резко вот такую делаю штучку. Вух. И с правой же ноги тоже, продолжая вот этот круг, я пошла по кругу. Раз, два, три, четыре. И кик. Четыре шага, на пятый будет кик. Кик. Вот такие у меня руки. И дальше мне надо мяу-мяу, как кошечка умыться. Мяу-мяу. Да, то есть у меня голова пойдет в одну волну и в другую, и рука пойдет сначала с левой части лица, затем с правой, да? Пам-пам. Опять получается на левую, да? То есть сначала так, а потом так, да? То есть тыльной стороной и ладошкой. Your soul. Your soul. И отсюда smooth, то есть у меня рука сползет вот так вот по
по телу. Вот в эту любимую штуковину с затиранием ноги. Я уже в предыдущей хореографии рассказывала, как поднять ногу повыше для зрителя, да, визуально. Но некоторая растяжка тут, конечно, будет нужна. Вот здесь можно помочь рукой в кои-то веки, да, себе поднять эту ногу, сбросить и поднять. Все вместе надо, надо, наверное, надо. И ча-ча, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Не пять, не шесть, не семь, а good enough I would give my world to live to hold. I could change my life to better suit your. Не могу крутиться почему-то, никогда не могла крутиться на полупальце, на босом. Вот, ну просто предполагается, что не босиком делается хореография, все-таки в какой-то обуви, ну в туфлях, очевидно. To better suit your mood. Ра-па-па-па-па-ра-м. Cause you're so smooth. Пять, шесть, семь. Дальше, поехали. Крис-кросс. Ча-ча. Раз. Два. Что-то типа нью-йоркера. Три. Ча-ча. Раз. Такие рон-шоссе. Оп. Да? Все, хватит. Мне нужен большой носок. Пум-пум-пум-пум. Ча-ча. Раз. Два, три, ча-ча, раз, руки одинаковые, два и три. На третьей будут вот такие. Три. It's, да, кубинские брейки. Same as the emotion there, right? Четыре штучки. Get from. Вот здесь очень четко надо остановиться для того, чтобы влево дать вот этот круг. Get from you. Получается влево, назад, вправо половинка круга. Ю. Дальше. Раз, два. Да, то есть я открываю прям такие руки. Раз в сторону. Два здесь приходит. Одна вверх, другая вниз. Три по щечке. Раз, два, три. Ча-ча. Правая нога. Плечики, плечики. Кружок. И дальше. Вух. Акцент на правое здесь будет бедро и руки за гребушки. Give me your heart на прямые. Сброс и встать. И дальше право, лево, право. И классическая вот эта вот в загогулину концовка. И ушли в запад. А вторую часть, я даже не знаю, надо вторую целиком. Наверное, все вместе целиком. Потому что вторая часть была коротенькая. Я думаю, что вот такого медленного разбора спины вполне хватит, чтобы ее выучить. Фух. И ча-ча. Раз, два, три, четыре. Good enough I would give my world to live to hope. I could change, все по словам, my life to better suit your mood. Тра-та-ти-та-ти-да-ра. Cause you're so smooth. Пять, шесть, семь. And it's just like the ocean under the moon. It's the same as the скользко. Same as the emotion that I get from you got the kind of love and I can feel so. Give me your dish, 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 or let's forget about it. Так, под музыку, наверное, не буду делать. Итак, посмотрите, в сети есть это видео. Фу, я уже и устала. Собственно, если вдруг выучите, покажите мне, как оно у вас получается. Буду очень рада. Хореографии много лет, много кто у меня ее танцевал. И я буду очень рада, если еще больше будет этих людей. Такая нестареющая у меня штучка. Вот, пользуйтесь, преподаватели, пользуйтесь на своих уроках. Только говорите, что, ну, ставьте немножечко копирайт, говорите, что кому, кому реверансики. Вот, а так танцуйте на здоровье, я только рада.
Всем разрешаю по умолчанию. Фух, все, пока.